такие потрясные места мы с Сергеем посещаем. Название речки не помню, но она сернистая, обалденная. Вообще чумовое место. Тут небольшое катание на канатной дороге. Курорт Армхи. Сергеевна, как твои впечатления? Прекрасно. Как очко? Вообще даже ни разу не жрался. Только когда прыгаем. А если вниз посмотреть? Да я не боюсь высоты. Ладно. Мак! Мага! Помахай ручкой! Молодца! Нет, вставать нельзя! Блядь, ты чё шевелишь-то? А чё очкуешь-то? Вообще шикарно! Ходить нельзя, Маг! А вот эти оздоровительные 1780 ступенек, которые вчера несколько чухнутых на голову людей преодолевали туда-обратно. Чё ты чухнутых на голову? Молодцы, преодолели. Давай скомментируй. Знаю, то, что они преодолели этот рубеж. А мы с тобой на машине ехали. Это почему как? Зато меньше калорий потратили. Действительно, вот лучше потратить. Там был нервный напряг, потому что постоянно чихнутые машины были. Ну, зачем это не было? Это все сюда, страшно. Да не могу выжить. Ау! Чего? А что тебя не слышно, Мак? Ваши пару слов. Офигенно. А вот теперь мы едем вниз. Здесь сюда тучка пришла. Немножко сыро, но терпимо. Сергеевна, как твое настроение? Вообще прекрасно. Тебе нравится здесь кататься? Очень. Ну? Поснимай меня немножко.
Блин, Боря, отвали. Не отвалю. Тоже хочу быть в кадре. О, катаемся на канатной дороге. Вообще шикарно. Вид отсюда исключительно изумительный. Ну, даже подножие гор даже не видно. Там где-то далеко, далеко она заканчивается. Сколько, метров 500 там длина, да? Не знаю. Ну, это так. Ну, шикарно. А вот здесь можно проделать тот же путь, но пешочком. Но это не очень романтично, потому что ступеньки все деревянные, скользкие. У нас уже один человек туда пошел вниз полчаса назад, до сих пор от него вести нет. Дошел, не дошел, неизвестно, но сейчас посмотрим. Да ладно, дошел. Ну, не, наверное, дошел, скорее всего. Единственное, что он бухой, конечно, в слюне. Ну, не в слюне, что ты болтаешь. Пол-литра коньяка, две банки пива по пол-литра. Вчера он хуже был, сегодня он на старой дрожжи, у него все прекрасно. Ну, может быть. Тут снегогенератор там внизу стоит. Вот так вот, такой вид сверху. Музычка там играет. Интересно, что если бы с Данкой мы были, ты бы поехал один. А мы бы его на колени посадили, сюда вот между нами. Поэтому тут места хватило бы. Ну, смотри, целая сумка лежит. Это для Данки, для ее маленькой попки места хватает. Ну да. Шикарнейший просто. Виды просто гор вообще просто обалденные. Мне кажется, это чувак, который пошел пешком. Просто испугался. Блин. Не подал виду, типа, ну очками, да? Ну и хрен с ним. Его проблема. О, здесь немножко крупнее дождик. А, это просто трясануло. Что, замерзла, что ли? Да нет. Слушай, ну шикарно. Ты переживаешь, что ты замерз? Не, я не замерз. Мне вообще очень даже комфортно. Вот так, наконец начинает видно. Немножко пониже спустились уже. Шикарно. Лё! Помаши еще ручкой! О, ништяк, у нас друзья едут. Вот это достаточно уникальное местечко. Здесь находится водичка, которой во время разных войн лечились абреки. И если пытались ловить уровень минерализации. Ну, нормально, думаю. Так что вот Сергей сейчас водичку набирает. Он что-то даже там что-то там разговаривает. Как это так причем? Вот здесь большую бутылочку не подлезешь. А вон еще коллеги идут. Что? Понятно. Ваше мнение? О чем? Обо всем. Понятно. Вон еще Лехус приехал. Тоже лень ходить, да? Все лодри, да? Погода пасмурная. Здесь немножко так моросит. В горах. Немножко минус 20. Нет, откуда здесь минус 20? Минус 20, у нас уже уши в трубочку свернулись. У меня не уши свернулись, так я считаю, что минус 20. А, ну ладно. Я вообще не хотела бы взять. Да? Да у вас там вообще... Говорят, по сравнению с этой водой, боржоми всякие отдыхают. Нервно курят в сторонке. Ее нельзя много пить, вы знаете? Знаем. Вот, кстати, интересно было бы сдать ее на экспертизу. Сколько на экспертизу на литр выдают воды? Жалко. Жаба давит. Ну. Там такая баклажка.